Для любого гражданина Беларуси независимость значит много. Если он действительно настоящий гражданин своей страны, если он переживает за свою страну, болеет за свою страну и желает ее развития. Да, у нас в прошлом трудный путь. Белорусская земля — это многострадальная земля. Сколько мы выстрадали в различных войнах, мы помним, как в прошлом нас даже не считали, мы не имели права называться белорусами, нас называли тутейшими, поэтому пришлось пройти очень большой длинный путь, который был, к сожалению, не только усеян не только розами, но и терниями, и путь для того, чтобы, как говорил известный классик, людьми зваться. Сегодня мы живем действительно по-настоящему в независимом государстве. Хотя мы еще, на мой взгляд, в начале становления подлинной независимости этого государства. Вы видите, сколько с различных сторон вызовов для нашей страны происходит. И для того, чтобы обеспечить полную независимость, нам, конечно же, надо приложить еще очень много, каждому надо приложить очень много и много усилий, в том числе и нам, дипломатам. И отстаивая интересы нашей страны на внешнеполитической арене, продвигая внешнеэкономические интересы, пытаясь вырулить и помочь, скажем так, нашей стране, вырулить из вот этого, в этом турбулентном мире конфронтации и вывести нашу страну, наш корабль, скажем, в спокойное море, чтобы мы четко понимали, куда мы плывем, зачем плывем и к какой цели. Я думаю, что каждый дипломат понимает это, каждый сотрудник Министерства иностранных дел понимает это. И мы готовы сделать все, чтобы укреплять и дальше эту независимость.